Так. Так, ну что, господа присяжные седатели. Шел я мимо X-Price. Надо было деньги поменять. Ходил. Мой аналитический мозг ничего не мог подобрать. Только вот нашел усилительное стекло с подсветкой пятикратное. Батарейки в комплект не входят. 250 люмен. Так, вот оно. Вот, кстати, инструкция. Так, что-то видно. Изделие предназначено для использования в хозяйственно-бытовых целях. Но что-то не очень. Это пятикратные. Что-то вообще там. Ну, читать можем. Так, вот такой девайс, такие светодиодики. 99 рублей. Так, раз, две пальчиковые батареи. Опа, уже фигачит. Ну-кас. Изумительно. Уж не знаю, насколько хватит батареек. Но фигачит это. Отлично. Читать можно. Все отчетливо видно. Такой девайс. Весьма-весьма неплохо. Ну, хотя товар там в этом магазине специфический. Что не возьмись, все труха. Ура, я вижу. Да, годно. Даже, наверное, можно будет читать. Так что вот. Такие пироги китайские. Хотя насчет пятикратного что-то я не очень уверен, что это пятикратное. Ну теперь хоть это. Можно самый мелкий шрифт прочитать. Так что вагодный. Такое чудо. Китайской техники. Так, это что у нас такое? Пластмасска. Ну, что-то на стекло не очень. Сейчас царапнем. Чем царапнуть? Шильцем. Да нет, не царапнуть. Стекло. Не пластмассовое. Чудеса. Так что вот такой девайсик. Ну, китайцы молодцы. Чего только не выдумают. В отличие от нас. Как-то так. Продолжение следует.